ואישמרךו. На небесах, да святится имя Твое, и да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть Царство и силы, и слава во веки. Аминь. Отец, Бог патриархов и пророков, Бог Авраама, Исаака и Израиля, благослови, Господь, народ свой миром. Посети виноградник, насажденный Твоей рукою, и благослови и обрезанием своим, чтоб больше приносили плода. Боже, благослови очищением своим. Благослови, да прославится всем винограднике имя Твое. И вот, Боже, особенно прошу, как гость сейчас за церковь святой и святых, наисвятейша святыня, Боже великий и могучий, Ты сохранил до сего дня эту церковь в разных перипетиях, волнениях, треволнениях. Боже, я знаю, Ты силен сохранить и дальше и обогатить дарами своими, духом своим святым обогащай народ. Просаливай, прокрашивай, Боже, и да будет Тебе вся слава. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте помолимся за отца Сергия. Он так здорово нам послужил, еще послужит завтра. Я верю, что он так само нуждается в нашем. Да? Дайте простирать руки своей церкви. Господи, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за нашего брата, за Сына Твоего Божьего, за то, что Ты его используешь в Царстве Твоем Божьем, за то, что он верой и правдой он служит в Доме Твоем, Господи. Я прошу Тебя, Отец, благослови и Ты его, Боже. Благослови, Господь, отцовским благословением. Благослови его семью, его жену, его детей, Господь. Ты знаешь, Господь, в чем он имеет нужду. Я прошу Тебя, Господи, пускай Твоя милость и благодать, она никогда не отойдет, Боже, от его дома, от его служения, Боже. Используй, Господь, его в полноте и в силе, Боже, в Царстве Твоем, Боже, чтобы он приносил много-много хороших плодов, Боже. Это дар, Господь, для тела Твоего, мы это видим, это дар, Боже. Я прошу Тебя, Господь, пускай Твоя слава, Боже,
милость и благодать постоянно будет с ним Божьим во имя Иисуса Христа. И мы как церковь, мы его благословляем. Благословляем его дом. Благословляем родных и близких Божьих. Благословляем его призвание и служение, которое он несет Божие. И пускай Господь во всем будет ощущать только твою руку. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Отдайте Богу славу за нашего брата. Спасибо. Завтра приглашаем вас на ПСС на другую частину семинару в школу. Аминь. Прийдемо? Прийдемо обов'язково.